Сегодня у нас 16 июля 2018 года. Это лагерный пруд. Уже вечер после ужина. Ужин у нас 7 часов. Вот и здесь вот наши ушли гости. Ребята, мальчишки, Мудрус, Сергей Павлович, Владимир Юрьевич, Грандухин. Ушли на рыбалку. Сейчас посмотрим. Все уже не тут заняты у нас. Так, ну и что у вас тут? Поймали вот вело, две, три, сколько, третий ты поймал вело? Да, одну отпустили. Я две поймал. А где у вас? А вот они в банке. Добыча ваша. Это какую-то маленькую баночку взяли. А это нам Сергей Павлович выделил, он побольше. А если карпа... О, ничего себе, гальяны. Вот это да. Ну-ка достань-ка еще раз посмотреть его. На ладошку себе положи. Как салатов. Крупные, да. Смотри, как. Ух ты. Вот это да. Я же подумал, что карасики маленькие. А сам где Сергей Павлович? Там. Шляпка его видит. Да. Так что у нас с самого первого раза пошел успешно. Только да. Это таскаем, как говорится. Только успеваете, да? Только успеваем, да. Ну, слава богу. А он куда побежал-то? Рыбак-то наш. Тимофей, ты куда? Ты смотри за удочкой. Сейчас я тебе насажу. А, это его удочка. А? Это его удочка, да? Да. Ну, конечно. Молодцы. Ты каждый раз посматривай, там может этот крючок оголился, она может уже не так клевать. Лёва очень внимательно смотрит на этот поплавок. Да блин. Тихо, тихо, меня еще поймали. Дядя Володя пощадил рыбок. Что? Я пощадил рыбок. Че посидел? Ну я угустил рыбок. Жучка. Жучком. Знаете какого? Жук-пожарник. Да. А что сейчас жуешь-то? Погадай. Все, все, тяни, тяни. Ну, ты слишком далеко держишь, тебе надо поближе надо держать. Вот, ага. Смотри, чтоб крючок не вцепился. И леску сильно не ослабевай, чуть повыше ее держи, наоборот выше. Вот так вот, чтобы сразу раз дернуть и поднять его. О, у тебя зацепилось. Там что, стрекоза или крючок у тебя зацепился? А у меня он там утка сломалась. Да блин. Так, без всяких блинов. Распутывай. Ну, она у тебя тут как-то... А у меня так и было запутано, да, Владимир Юрьевич? Или как? Нет, там нормально. Что-то у него как-то тут леска болтается. Там клюет, а вот эта железка для чего у него тут? А у меня и отпала. Сломалась, да? Да. Я же тебе говорю, у тебя этот... Поймали. Ух ты! Молодцы! Везет вам. Это, у тебя жало это, оголилось. Жало. Все, снова надо. Надо его это натянуть. Там, Володя, у него кончик у удочки, он сломался. И поэтому вот это крепление, оно там. Все, спускай. Аккуратно только. Подожди, подожди, подожди.
тихо, ты только аккуратно. Заглотил. Ну, у нас уже второй раз заглотил, что сделаешь? Ой, аккуратно. Ага. Очки-то сломались уже наполовину. Давай-ка, ну-ка. Надо ловить. Какой жадный попался. Ну, ничего себе. Так, действительно. Он, видимо, сходу, наверное, хватит. Напрыгнул на него. Все. Поймал? О, молодец. Где ты? Где у тебя рыба? Средний. О, и дал. О, блин, вон как. Без всяких блинов. Ладно. Ялодушек. Так. О, тащи свою добычу. Так. Нам баночки не хватит, а она. Тихо-тихо-тихо, стоп. Зацепился, стой. Ты на леску смотрите, стой. Он уже зацепился. Поднимай ноги. Когда вы ходите, надо удочку где-то. Поставь банку куда-нибудь. Вот. Вот туда, чтобы вот туда вот поставь, чтобы не задевать. Ну, Тимофей, аккуратней. Так, это, достань ногу из этой тапочки. Из тапочки достань ногу. Все. Вот сейчас освобождай. Надо набираться опыта. Все, давай сейчас насадим. Так, все, вот там баночка, и сюда не ходи больше, вот туда. Потому что тут мы удочки бросаем, и можно порвать лёску. Так, сейчас посмотрим, что у нас Сергей Павлович там. Как у него идет рыбалка. Стоптана, клубничка тоже растет. Мы все выбрали. О, Сергей Павлович, аж на две удочки, ничего себе. Ну что, брат, каков твой улов? Вот они красавцы. Сидят тут. Ну, я не знаю, там тоже к 10, наверное, приближается уже. Может, поменьше. Но они крупные, хорошие тоже. Дает он. Ну, что сказать. Порыбачил. Я, мне видишь, надо идти. Там Алексей Устинов должен скоро приехать. Продукты надо будет выгрузить. Возьми, поймай одного, да иди. Вон, клюет какой-то. Бери, ловится. Да, слава богу за все. Ну вот второй ролик. Сегодня у нас 16 июля. Вот я сейчас рядом с Сергеем Павловичем порыбачил тоже. Поймал 7 штук гальянов. Вот. Нет, удочка здесь вторая. Вот уже. В основном, конечно, брат Сергей наловил. Ну все их тут. Штук 20-то есть уже, если не больше. Ну ты длинный сразу насаживаешь. Так, на дольше хватает, да? Кто-то тебя искушает. Срывается все время. Как я камеру включил, так он сразу не стали ловиться. Сейчас посмотрим, что у нас дальше. Как там Владимир Юрьевич со своими ребятишками, сколько чего наловили.
Где примерно между первым и вторым роликом, это 20 минут примерно прошло. Ну что у вас, Владимир Юрьевич, там? Так у нас уже полная банка. Полная банка, да? Уже не вмещается. Один за другим у нас вот так вот. Это, знаешь, как из пулемета они. Выпрыгивает. Вот, смотри. Видишь? О, говорят, как килька в банке. Да, так оно и есть. Как раз это. Бедные гальяны. Сергей Павлович там плавает 8. Ну, у него уже много, штук 30 надо. Да? Ну, мы его догнать не можем. Я 7 штук поймал сейчас, да? Пока за это время. Ага, ну у нас Лёва, я Лёва и пошёл. А Тимофей это пробовал? А вон рыба, ну, это, мимо. А, да, относит. Войдёт рыбу, да, сюда. Угу. Он сам-то пробовал закидывать? А? Он сам-то пробовал? Он поймал. Сколько ты, одну поймал? Две. Ну, поймал. Иди сейчас тоже, я тебя закину, поймаешь. Так, у нас уже черви на исходе. А там много у Сергея Павловича. Ну, надо время еще посмотреть. А у тебя есть время? Ага, надо будет посмотреть. По времени уже начало 10-го, наверное, все уже. Ну, все, надо. Что ты у тебя утопил? Во, молодец. Цепляй, во. У нас последний червяк. Не, оставьте, мне оставьте. Сейчас наполовину, а нет, вот, ну, полтора, короче. Что-то ты его за куда? Давай. За брюхо поймал. О, бедный. За брюхо поймал? Ну да. Сергей Павлович тоже одного поймал за брюхо. Мы тоже одного поймали. Так, тихо, тихо, тихо. Тихо, ты что делаешь-то? Ну, Тимофей, отходи от воды, ты что? Так прыгнул, я думал, ты сейчас нырнешь туда в воду уже. Сейчас бы тебя потом вытаскивай удочкой. Это раз прыгал в одежде. Все, 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 Тимофей, смотри, давай, закидывай. Это червяк, если нет, потому что там... Да, мошкара с комарами заедает просто. Ну, без этого никак, обязательно что-нибудь зацепится. Да. Слава Богу. Что там, что-то серьезно? Нет. Сейчас я разберусь, где у нас червяк. Ага, вот он. Мимо нас. Ну что, Лёва, понравилась тебе рыбалка-то? Да. Ты хоть раз ловил так столько рыбы? Нет. Нет еще, да? А я ловил рыбу, я собираю кого-то. Я где-то 4 штуки поймал с папой. Я не 4 да штуки поймал. Да замолчи! Меня тут клюет. Отвлекай. А я сколько вообще поймал? 4. Я не 4 штуки. Я 4, я не 4. Я раньше 4. Я раньше 4 поймал. И первую, и вторую, и третью я поймал раньше его. О, все, давай. Что-то ты поздно вытягиваешь, а было раньше тебе. А ты его как-то нацепил, тебя не стащит такой червяк-то. Тяни, что стоишь-то? Гоняешь своих этих комаров-то. У тебя он длинный, это, Лёва, надо коротенький натягивать-то. У тебя сильно много торчит. Так тебе на карпа надо ловить, а не на гальяна. Они тебя постепенно будут откусывать. И... Ты куда весь такой насадил-то? Здоровенный. Там же немножко надо. Что, куда? Да, куда, в банку куда. Прикольно. Он не должен это торчать так длинно. Сделай его это ближе к крючку, чтобы он был.
Да, вот так вот. О, все будет нормально. Замаскировался. О, вот смотри, какого здоровенного, Владимир Юрьевич, вот это вообще. Ну-ка покажи свою добычу. Добыча. Ну-ка, Халка. На руку. Во, видал какой? Добыча как Халка. Упитанный. Лопал и лопал. Дождался, когда Лёва его поймает. Прямо под конец такого жердяя. Да, для такого жердяя надо в баночку побольше. Сейчас там повыгоняет всех оттуда. Ага. У тебя уже был такой? Не. Не первый, да? Да, первый. Это аккуратно вытаскивай. Маленькие были. Да. Сейчас я топлю галену. Не, дай этот. Давай эту галену. Вот он на моей руке лежит. Вот он какой. Золотистенький. Хороший. Угу. Ну-ка давай туда. О. Конечно, надо банку побольше. В следующий раз надо брать вам ведерко тоже. Лёва, ты там не ходи. Лёва, ты в другом месте где-то ополаскиваешь. Зачем туда лезешь? Да на гальяна-то ему не обязательно катушку. Она только мешается ему. Да вот поэтому они неудобны. Ладно, смотри за поклевком. Может его перекинуть? Что-то нету клёва даже никакого. Ого, пошел. Смотри. Да нет, рано. Зачем? Он только дернул, ты его тянешь. Еще рано. Надо как, чтобы в сторону повело. Когда в сторону ведет, его можно подсекать. Ты так сильно-то не дергай, Тимофей, а то... Ты, да, кого-нибудь зацепишь крючком этим. Лёва, отойди в сторону. Лёва, отойди. То он зацепит тебя сразу. Давай. Во, поймал. Ну, конечно, нужен навык. У Лёва лучше получается в этом отношении. Да, он самостоятельно сам все нацепляет, червяка все делает, молодец. Тимоша нет у него опыта здесь. Ну ничего, наберется, с Божьей помощью. Давай, цепляй. Так, Лёва, все червяки кончились? Да. Ну все, тогда все, собираемся. Вот так убираемся. Потом, да, сейчас, осторожно. Потом посчитаем, сколько у нас там. Угу. А это самый улов наш. Улов, да. На троих. На троих, да. Ну, получается, Тимофей третьего поймал, да? Да. А остальные ваши... Большую часть все-таки Лёва поймал. Лёва, да? Да. Угу. Он больше всего вытянул. Понятно. Ну ладно тогда. Слава Богу за все. Уже ближе к закату.